А теперь на урок. Ученики 2 Г из 24-й школы Иркутска в специальном классе библиотеки Молчанова-Сибирского. Это главная зона федерального проекта МТС «Дети в интернете». Комплекс включает интерактивную выставку и уникальный урок по безопасности в мировой паутине. Его вместе с учителем проводят сказочные персонажи Митясик и Интернешка. Главная задача – не запретить современному школьнику пользоваться глобальной сетью, а научить противостоять возможным угрозам. Проект «Дети в интернете» призван тому, чтобы рассказать школьникам, учителям, родителям о правилах безопасного использования, а также о безграничных возможностях глобальной сети для общения, для развития, для образования. Принципы безопасного пользования интернетом показаны через 7 историй. Каждая раскрывает одну из опасностей и учит правилам поведения в этой ситуации. Закрепить полученные знания поможет квест. Следуя по маршруту, дети решают задачи, связанные с темой урока. Формат позволяет трогать экспонаты руками и играть с ними. Пройти спецкурс по основам безопасности до конца октября могут все желающие ученики начальных классов. Нужно только заранее записаться на урок. Евгения Власюк, Александра Турчининова, Роман Добрынин. Новости сейчас.